Сегодня, 21 декабря, запустили движение автомобилей по северному обходу Анапы. На объекте уложили более 397 тысяч квадратных метров асфальта. Общая протяженность обхода города-курорта составила 13,5 километров. На нем расположены три транспортные развязки. Задача новой трассы – соединить федеральную дорогу Новороссийск-Керчь в единый скоростной путь до Крымского полуострова, сообщает МЦУ Анапы. А партнер сегодняшнего выпуска программы – магазин «Фермерские деликатесы». Магазин «Фермерские деликатесы» предлагает большой выбор морепродуктов, мяса, сыров и деликатесов премиум качества. Белорыбица, чавыча, палтус, нерка, морские мясные деликатесы, сыры, полуфабрикаты, вкуснейшие украшения праздничного стола, красная и черная икра – это лишь малая часть того, что вы найдете на полках фермерских деликатесов. Кроме того, в магазине «Фермерские деликатесы» постоянно проходят акции. Также здесь вы можете приобрести подарочные наборы и сертификаты. Продукты в магазине «Фермерские деликатесы» по адресу улица Крымская, 177. Это доступные цены и премиальное качество от лучших хозяйств Кубани и не только. Здесь каждый, даже самый искушенный гурман, найдет себе что-то по вкусу.